Эти юные казахстанцы, невзирая на свой возраст, уже патриоты своей страны. Первые знания о родной стране и ее президенте они получают в детском саду. Именно здесь им прививают любовь к родине. Но патриотизм начинается со знания государственного языка, а на казахском эти малыши разговаривают свободно. Детский дошкольный возраст – это тот возраст, когда уже дети действительно как осваивают быстрый язык до 3 лет. Вот в 3 года ребенок хорошо говорит на том языке, с которым он общается. Именно в кругу общения со сверстниками он лучше осваивает язык. Современные дети учатся быстрее и схватывая все на лету, признаются педагоги. Поэтому учителя не побоялись взяться за обучение малышей и английскому языку. Этого требует не только время, но и такова политика президента, который поставил задачу полиязычного образования. Одна из главных задач в детском саду – это полигамное обучение детей. Это владение 3 языками – казахским, как родным, русским и английским. Это и политика нашего государства. Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал, что каждый человек должен владеть 3 языками. Это полигамное обучение. Это политика нашего государства. С таким багажом знаний для детей открыты двери любой школы. А со знанием сразу 3 языков можно легко найти свое место под солнцем.